Удобрения – это вещества, необходимые для питания растений и повышения плодородности почвы. Их основная функция состоит в том, что они обеспечивают культуры одним или несколькими компонентами, необходимыми для их полноценного роста и развития. В связи с этим садоводы их используют для повышения урожайности и устойчивости растений к болезням и вредителям. Опираясь на этот факт, выпускница Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Гульназ Бариева решила создать уникальный проект. Он направлен на разработку нового вида органического удобрения на основе пчелиной мервы, то есть остатков от перетопки старых сотов, для применения при выращивании садово-огородных культур и последующего запуска его производства в промышленных объемах. Будучи еще студенткой вуза, девушка решила, что подобный продукт будет инновационным на рынке. Мы работаем над разработкой удобрений, которые представляют собой композиция пчелиной мервы и торфа. Пчелиная мерва – это остатки от перетопки старых сот, и в настоящее время она считается отходом и в дальнейшем нигде не используется. И при этом авторитетные исследования говорят о том, что она содержит огромное количество макро-микроэлементов. В 2020 году она решила провести эксперимент и удобрять поле клубники исключительно материалами на основе мервы. Результаты оказались впечатляющими. Собранные ягоды имели сильный и приятный аромат. И дело тут совсем не в сорте посаженной клубники. Девушка выявила взаимосвязь между удобрениями и особым вкусом ягод. Название для продукта было выбрано «Пчелиный эликсир урожайности», который отражает суть самого удобрения. Мерва, которая является основой, также является источником питательных веществ, необходимых для растений. Этот вариант менее трудозатратный по сравнению с другими. Готовый продукт будет упаковываться в бумажные мешки объемом 10 литров. Кроме того, свой проект девушка представила на конкурсе «Студенческий стартап» и выиграла грант в 1 000 000 рублей на его реализацию. Теперь масштабное производство позволит удобрению стать доступным и для других фермеров Татарстана. Идея проекта возникла благодаря семенному бизнесу. Мы долгое время занимаемся профессиональным пчеловодством, и в 2020 году мы также начали заниматься выращиванием клубники. И в качестве удобрения решили использовать ценный продукт пчеловодства – мерву. И результаты эксперимента нас приятно удивили. Во-первых, урожайность получилась не ниже, чем у других фермеров, которые при выращивании ягод используют минеральные удобрения. При этом наша продукция отличалась особым мягким вкусом и ароматом. Целью этого проекта является внедрение пчелиной мервы, которая обладает ценным химическим составом и на сегодняшний день считается отходом в хозяйственный оборот, и предоставление рынку качественного удобрения. Оно будет обеспечивать высокую урожайность и натуральное, экологически чистое производство садово-огородных культур. Елизавета Газизянова, Ильшат Хусаенов, Универ Новости.